Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня на обзоре SSD от бренда Apace. Но это у нас моделька AS2280Q4U объемом 1 терабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей цене, ссылочку оставил внизу. Ну что, друзья, только что вы увидели распаковку данного SSD и только что вы узнали, что этот SSD построен на базе безбуферного контроллера Maxium App1602 и чипов памяти от OMTC. Самая популярная начинка сегодня на SSD, на различных SSD накопителях, особенно на китайских. Ну а так как Apacer у нас в стране представлен достаточно обширно, то и они решили сделать свой SSD на этой быстрой, безбуферной, но производительной начинке. И именно в тот момент, когда я увидел начинку, я такой, ну ё-моё, я-то думал, здесь будет, ну, что-то другое, но может быть и на грид YG5236 хотя бы, но нет. И сегодня SSD на контроллерах Maxio становится все больше, больше и больше. Потому что хорошо показывают себя на тестах. Не знаю, как, конечно, в реальной жизни. И непонятно, что с надежностью, но это покажет время. Ну а пока вот так. Что касается данного SSD, здесь у нас производитель позаботился и положил в комплект радиатор. Радиатор с тремя ребрами, одним туннелем. Ну, здесь, я думаю, охлад нормальный. Хоть и невысокий, но посмотрим, обязательно проверим данный SSD на тестах. Что же касается начинки, то здесь у нас 7300 на чтение, 6000 на запись. Гарантия у нас 3 года в местных магазинах, 5 лет указано на сайте, а ресурс 750 терабайт. Но давайте переходить к тестам. Для начала протестируем SSD без комплектного радиатора, а потом уже и с ним. SSD накопитель Apacer AS2280Q4U на 1 терабайт у нас установлен. Давайте перейдем в управление дисками для инициализации нашего нового SSD. Создадим простой том NTFS. Ждем завершения форматирования. Чистый объем у нас 931,5 гигабайт. Что касается операционной системы, округляет до 931. Здесь ничего необычного. Давайте смотреть, что же у нас будет в Crystal Disk Info. Хосты, чтение записи по нолям, одно включение, 0 часов работы. Абсолютно новенький SSD с завода перед нами. 41 градус у нас на встроенном датчике. SSD установлен под здоровенным радиатором от переходника, от моей материнской платы. Но на всякий случай запустим CPU-ID хардовый монитор для контроля за температурой в процессе всех тестов, чтобы увидеть максимальную отметку по встроенному датчику. Супер. Так как мы с вами уже видели начинку, что здесь у нас Maxium App1602, к сожалению, давайте мы с вами сейчас все это подтвердим утилитой от Вадима Очкина. Наш накопитель 0, OMTC, 232-слойные чипы, контроллер MAP1602. Ну а теперь идем в AIDA64. В базе накопителей данного SSD, скорее всего, здесь нет. Вендор контроллера определяется, все остальное нет. Количество температурных датчиков у нас здесь. Видимо, не определяется, я так понимаю. Давайте-ка мы закроем AIDA64. Ну что ж, такое уже было. Поэтому сразу переходим в тест диска, к обкатке нашего SSD накопителя. Это у нас тест линейной записи на всем объеме. Запускаем и ждем результат. Кстати, предварительно перейдем на официальную страничку нашего SSD. 7400 на чтение, 7000 на запись. Это для SSD объем 2 терабайта. У нас в комплекте есть вот такой вот радиатор, который мы с вами уже увидели, который проверим, как он эффективно будет справляться со своей задачей. Ну и смотрим, как у нас здесь все быстро, круто. Да, в PlayStation 2 можно поставить, а почему нет? Даже этот безбуферный SSD. Дизайн крутой, отвод тепла крутой. Все здесь у нас, все технологии есть. Все круто, 5 лет мировой гарантии. Ну и спецификация. Но давайте лучше перейдем в даташит, где мы увидим, что объемы бывают 512, 1 терабайт и 2 терабайта. На нашем SSD объем 1 терабайт, скорости 7300 на чтение, 6000 на запись и 750 терабайт ресурса. Что ж. Ну что, тест у нас завершен. Типичная картина для Maxium App1602. Небольшой SLC кэш 15%. Потом скорость снижается раз и скорость снижается 2. Да, видали результаты и получше. Но Maxium на 2 терабайтах покажет себя поинтереснее, чем здесь, но все-таки.
Так что ничего необычного, ничего нового не увидели. Максимальный нагрев во время теста был 46 градусов. Все заявленные скорости у нас можно считать подтвержденными. Да, чтение чуточку не дотянуло до 7300. Ну а запись зато аж на 500 мегабайт в секунду больше. Великолепное значение для безбуферника. На случайном 4К чтение это 89 мегабайт в секунду. Считайте 90. В SSD Benchmark у нас почти 10 тысяч баллов. Так и должно быть на этой связке контроля. Контроллера и памяти, отличные скорости на мелкоблочке, в 3D Mark практически 4000 баллов, не хватает там каких-то 200 единиц. Что касается PC Mark 10, полный тест 3619, быстрый тест 3533. Никаких вопросов нет, так как мы это с вами видели уже много-много раз. Поэтому смотрим на операции ввода-вывода, которые мы здесь получили. И переходим к тесту на реальную скорость записи. Давайте посмотрим, как SSD... Так, где у нас папочка? Объемом 100 гигабайт. Давайте посмотрим, как SSD ведет себя в процессе записи большого объема данных. На записи первой папки 3,8, 3,6, 3,5 гигабайт в секунду. Ничего необычного. Первое. Ну а на записи второй папки ждем снижения скорости после записи 150 гигабайт. Да, так у нас примерно и происходит. И скорость у нас снижается до какой отметки? До 1,5 гигабайт в секунду. Тоже хороший результат, тем более для безбуферника. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Ну и в конце записи седьмой папки, либо в начале восьмой папки, ждем вторую ступень снижения скорости. Вроде как сейчас у нас ничего не произошло, но давайте посмотрим на восьмую папку, что же у нас будет здесь. А вот и снижение скорости у нас на записи восьмой папки. И смотрим, где же скорость у нас устаканится и как будет себя вести дальше. Пока скачет 800, 600, нет, скачки у нас исчезли, и мы с вами видим 600. 50 мегабайт в секунду. Смотрим дальше. К концу записи восьмой папки скорость у нас держится в районе 600 мегабайт в секунду. Дальше заполнять SSD не вижу никакого смысла. Мы все знаем, как он себя поведет. Скорость уже никуда не поднимется. Так что сейчас делаю тесты на платформе AMD, после чего устанавливаем комплектный радиатор и делаем тесты. В итоге я запустил тест AD64 под комплектным радиатором. Мы с вами видим какие-то скачки, но ничего критического. Возможно, это и похоже на тротлинг, но давайте мы с вами сравним с тем, что было у нас под радиатором. Нет, друзья, все в принципе так же. Может быть, чуть поровнее у нас график под радиатором, а в целом ничего критического. А значит, радиатор со своей задачей справляется.
Тесты сделаны, результаты получены, результаты ожидаемые, да, друзья. Эти результаты мы видели уже много-много-много раз на SSD с аналогичной начинкой. Здесь у нас все скорости подтверждаются, на AMD чуть выше линейное чтение, но зато на Intel у нас и запись повыше, и случайное 4К выше. А отсюда у нас выше результат в SSD Benchmark, в ATO Disk Benchmark. На игровом бенчмарке 3D Mark результат у нас одинаковый. И там, и там. И примерно то же самое вы можете увидеть на тестах PC Mark 10. Как на быстрых, так и на полных тестах здесь отличий нет. Что же касается комплектного радиатора, то на отдельном тесте, как вы могли видеть, этот радиатор со своей задачей справляется. Тротлинга нет, а значит, можно его использовать. Но я бы поставил что-нибудь поинтереснее, хотя зачем, если и это работает. Ну и подводя итоги, перед нами типичная SSD на максимум UP1602 и 232-слойной TLC памяти от VMTC, и он ничем не хуже и не лучше других. Покупать или нет, решать вам, я лично бы себе не купил и другим не посоветовал. Но в целом-то SSD ничего плохого нам не показал. То есть все ожидаемо, все предсказуемо, все вы видели тоже. Кстати, всю сумму на покупку данного SSD мы собрали в группе ВКонтакте. Этот SSD уже разыгран. После обзора поедет к своему победителю. Хотите также, переходите в группу ВКонтакте, узнавайте все условия, правила, участвуйте и выигрывайте SSD после обзора. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит данный SSD, ссылочки оставил внизу.